Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Enter. И Буди. Да, наконец-то мы с Enter пишем обзор. Очень классная карта, очень классные демки. Все демки очень длинные, поэтому обзор тоже будет очень длинный. Но вначале, перед тем, как мы пойдем в этот телепорт смотреть карту, я вам покажу одну классную вещь, которую Enter любезно для нас сделал. Выглядит она... Давай рассказывай. Да, выглядит она вот таким вот образом. Я надеюсь, там... Что там? Да, все нормально. В общем, вот так вот он выглядит. Называется она Demo Cleaner 3. У кого-то, может, даже и второй версии не было, и они такие, о, а где вот первые две? В любом случае, это очень продвинутая версия Demo Cleaner. Служит он очень классно вообще всем дефрагерам. Можно переименовывать демки, удалять демки, которые старые, хуже по тайму. Давайте в него зайдем. Вот здесь выглядит он визуально вот так, как и вторая часть этого чуда. Но тут теперь появилась помощь. И прямо по-русски написано. Можно сохранять лучшие таймы на карте, сохранять таймы каждого... из игроков на карте, то есть он будет чекать демо name, получается, да? Если будут онлайн и офлайн демки, у одного игрока можно сохранить только лучший тайм. Можно нажать галочку сюда. Это значит clean, то есть очищение. Это у нас slow. А что такое slow demos? Медленные таймы. Демки. А, медленные демки можно пропустить, можно переместить в определенную папку, которую можете вы создать. Либо она автоматически создастся как slow demos, я правильно понимаю, да? Вот. Либо удалять. Но у меня удалять стоит. Я давно этой программой пользуюсь, очень удобно. Есть демо мувер, если у вас вдруг все демки, которые вот здесь скопились, вам их надо куда-то переместить, то вы можете... воспользоваться демо-мувером, он у вас разделит и по папкам, по алфавиту. Вот у меня, допустим, самого, вот у меня демос, вот они у меня все по алфавиту, мои все демки, я всегда их распихиваю вот так вот демо-клинером, очень удобно. Далее, ренеймер у нас, что-то я вот прямо... Вот это как раз это новая фишка, почему 3 называется, то есть в третьем демо-клинере третьей части я реализовал полностью парсинг самой демки, чтобы из ее параметров, деталей и всего, что в ней внутри есть, можно было сформировать нормальное ее название, удобно читаемое. То есть мне пришлось полностью распарсить эти все снапшоты, конфиги, все, что там находится в демке, и по конфигам, по вот этому всему, там определить карту, физику, игрока, как проверить, правильно ли он выставил конфиги свои, и из этого всего получить, короче, демонейм нормальный. И тайм еще, кстати, выдернуть. Да, с таймом была большая проблема, потому что тайм зашифрован, оказывается, в демках. Да, реально. Да, он там... Кодировка. Ну, там он очень сильно зашифрован, закодирован, и кое-как получилось все-таки его определять, и теперь он может, ну, этот демо, типа, клинер, ну, часть демо-клинера, она показывает чекпоинты, показывает триггеры, может определять тайм-резеты в демках, то есть достаточно просто на демку дабл кликнуть, ну, вот, кстати, да, новая фишка. Кликну. Ну, и вот здесь additional options. Да, с помощью этого демо-клинера можно открывать демки. Тупо... Ну, во-первых, можно демку переместить, ну, тупо берешь демку, перетаскиваешь на окошко клинера, она открывается, инфа о ней. Можно есть там View Single Demo Info нажать, или просто ассоциировать демки с демо-клинером и открывать их просто по дабл-клику. Как, вот. Как это сделать, тоже можно просто, если у вас демка неопознанным файлом, и у вас Windows спрашивает, как... какой программой эту демку открыть, просто ищите свой демо-клинер, его выбираете и собственно, все. Да, и, в принципе, достаточно такой фигней сделать, и можно заметить то, что в некоторых демках есть там резеты всякие, неправильные настройки. Тут ТР пишет? Серьезно? Да, ТР определяет. Тут даже чекпоинты раскиданы. Чекпоинт 1, 2, 3, 4, 5, финиш таймер. Name, uncolored name, ну это ладно. Def name это значит
у нас этот демо name, короче. Есть дата записи демки, но она работает только в офлайн демках, я так понимаю. Если в смысле? Во всех? Ты чё? Нет, ты же сказал в онлайновых, типа, или не во всех просто. Что не во всех? В онлайновых демках дата записи нет. А, дату записи, к сожалению, этой демки в онлайн демках не получается, потому что она не записывается как бы в них. Ну, а так таймы нормально выдергиваются, все выдергивается. В онлайн-эбэках можно посмотреть все, что в консоли люди спамили, все то, что они там принтами писали, тоже скопипастить. Не надо кондамбо писать. Ну, Никрон Троева тут 00011. Ну, ладно. В общем, да, хватит, мы долго, наверное, в нее рассказываем. В общем, крутая штука, хотите нет. Да, ссылка будет в описании в любом случае. Так, поэтому... возвращаемся к нашему карте. Общем, да. Ну, я, так как я местный лошадь. Да, давай ты показывай. Да, я буду, наверное, делать первый, а ты уже расскажешь нам все и все. Карта очень старая. Есть у нас два телепорта. В один выходим мы со скоростью 933. Это для ВК-3. И во второй мы выпрыгиваем с 1032. Ну и здесь нетрудно догадаться, что нужно кидать рокеты наперед. Давайте. Кто не знал, ну, наверняка все знали. Потому что ракета, скорость летит в физике CPM и ВК-3 с разной скорости, поэтому здесь сделаны разные дорожки. Да. Да. Залетаем мы, значит, в такое окошко. Здесь у нас еще меньше окошко. И далее нам здесь нужно будет как-то всю нашу большую скорость сечок нивелировать и сбросить, чтобы здесь удачно повернуть. Далее у нас здесь лежит БФГ, кстати, она лежит очень даже хорошо, по-моему, и в ВК-3 ее то никак не перелетишь и в любом случае тоже возьмешь. Ну, то, что она подвешена, это да, хорошо, но то, что она сделана вот таким вот образом, это плохо. Да, ну это old school. Лучше бы был триггер прям очень... Намного было бы лучше. Залетаем с БФГ сюда. БФГ у нас здесь отбирают. Кстати, рокет там у нас тоже отбирают. Дают плазму. И здесь нету смысла, наверное, по внутренней стене плазмить. Хотя вот... Может, есть? А, нет. Нет, там видишь. Как лесенка, да. А, надо было заводить читы. Ну ладно. А у нас у нас же читы. Может, заводаны? Да. Окей. Вот у нас... Ну, я просто... Честно, я привык без читов играть. Не знаю, как ты там ставишь таймы свои. Здесь у нас можно делать ГБ, ГБ, ГБ. Можно и просто пешком пройтись. Тут у нас везде, наверное, можно поклимбить. И вот на этом повороте. Кстати, здесь нельзя запнуться, интересно? Я ни разу не спотыкался. По-моему, там клип, хотя не знаю. Ладно. Здесь нам дают ракету. Огибаем мы эту стенку и видим, что внизу нас ждет, во-первых, граната, а во-вторых, у нас есть 20 ракет, которые можно накидать и сделать какой-нибудь 2x и залететь в дырочку. А многих бесило, кстати, что есть вот такие вот выступы везде, и на PFG там, и везде-везде, они очень мешались, но привыкнуть к ним можно, и в принципе обходить их тоже можно. Здесь нам дают одну гранату и подвешен, опять же, по образу БФГ рокет. Мы его подбираем и начинается небольшой рокет-ран. Здесь у нас везде дырки, 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 но на большой скорости они, в принципе, мешаться не должны. Далее у нас идут лесенка, и здесь мы вылетаем на пад с ракетой. Залезаем наверх с одной ракеты, либо бывает, что у кого-то с одной не получается, с двух залетают. Если с двух залетают, то прыгают на плазму и начинают плазмить туда. Если с одной, естественно, можно просто рокет-джампом облететь эту стену и попасть на финиш. Вот, я почти перебил лунтика. Такая вот карта. Не знаю, но она такая... Вот достаточно прямолинейная, не скажу, что прям очень много роутов.
Я думаю, что много вариаций, как исполнить один роут, но роутов тут не так много, так что давай. Победитель. Что, ты хочешь, чтобы я показывал? Да, победитель у нас. ВКУ 3 так... физики и победитель ЦПМ физики. Так, с какой физик? Давай с ВКУ 3 начнем. Давай. Посложнее, наверное. Я на самом деле в ВКУ 3 намного больше играл, чем в CPM. Я попробую сейчас пройти, потому что я как бы со вчера помню. Да, я в онлайне вообще не играл эту карту. Имею в виду последние недели точно. Я в основном только в офлайне я прыгал. Так, что можно сказать? Залетаем в телепорт, начинаем стрелять ракетами. Запустили 4 штуки, и по-хорошему нас должно выкинуть назад. Но нифига почему-то в онлайне не кидает. Либо я криво стреляю, либо... Ну, это из-за пинга, наверное. Сейчас еще раз попробую. 1200. О, почти получилось. В офлайне, например, очень большая проблема с стабилизацией как бы вот этого прыжка. Чтобы он стабильный был, потому что тебя реально кидает в разные стороны, mm-hmm. точнее с разной скоростью, то выше, то ниже, и стабильно туда залетать очень сложно. То есть, ну, у меня я свою какую-то стратегию выработал, я старался, во-первых, в телепорте прямо в первый фрейм стрелять, начинать. Сейчас я, по-моему, во второй стрельнул. И в зависимости от того, как, когда я начинал стрелять, я последнюю ракету, последняя ракета тоже там чуть на фрейм позже или раньше стреляешь, и тебя в разное, то выше, то ниже кидает. Короче, это геморрой с этой фигней. После того, как мы вылетаем и пропрыгиваем здесь... Ну, в принципе, намного проще было вылететь и воткнуться в эту стенку, чем пытаться затормозить где-нибудь здесь и здесь сделать фрейм-джамп налево. То есть по мне, потому что и скорость нестандартная, все время разная, и приземляешься в разную точку, поэтому проще было воткнуться, сделать шажок в сторону вперед и потом уже продолжать прыгать. Mm-hmm. Вот. Дальше здесь у нас несколько вариантов прохождения. Либо мы делаем, там, не знаю, два прыжка вперед, фреймаджамп налево и стрейфим вперед, либо мы делаем фреймаджамп, один прыжок направо, и отсюда начинаем стрейфить с уголка. Плюс фуллбак этот, ским, как сказать. Угу. Еще начинаем прыгать, делаем 4 прыжка, берем бафугу и начинаем стрелять. Сейчас у меня очень плохо получилось, но, в общем, каким-то таким образом с 5 гранат можно было залететь сюда. Это... По-моему, одна из самых больших проблем вообще прохождения, потому что на БФГе больше всего тратится времени. Ой, не времени, можно запороть, то есть чуть последнюю БФГинку кинул не так, отлетел далеко, прыгать до плазмы очень далеко, ты потратил плюс секунду. То есть в идеале нужно как-то лететь... поверху, стрелять БФГой от этой стены, чтобы сюда вот прям вот так вот залетать, и потом делать 2 шага вперед, потому что это, во-первых, ты не перепрыгнешь плазму, во-вторых, здесь с этого угла ближе пешком дойти до нее, чем прыгать быстрее. Так, ладно, хрен с ним. Берем плазму, начинаем плазмить с переходом. Здесь очень большая была проблема после перехода плазмы. Нужно оттолкнуться от этой стены так, чтобы заскимить этот уголок. Вообще это... нон-стопом, да, пролетать? Да, это одна из больших проблем. Во-первых, потому что после подбора плазмы у тебя есть, как сказать, если ты сразу после подбора начал плазмить, то стрелять плазминка начинает не сразу, потому что в ВКУ-3 есть задержка между переключением оружия. И ты плазмишь криво, плохо и заваливаешься, то есть нужно либо... как-то чуть дольше ждать, либо высчитывать, когда тебе нужно начинать плазмить. Вот. Здесь мы отлетаем от стены и пытаемся сделать ским этого уголка. Если идешь на VR, то, естественно, нужно запорол ским, начиная сначала. И так каждый раз. Да, то есть, либо... сложность. Да. Потому что ты каждый раз с разной высоты летишь, и
И очень часто получалось, что слишком далеко налево, слишком, ну, чаще всего я просто втыкался в эту стенку, либо, не знаю, либо слишком рано приземлялся и не получалось его заскимить. То есть, я надеюсь, у меня хоть раз получится это сделать. Эть, Почти. слишком поздно, да, ну, ладно, хрен с ним. Дальше прыгаем, прыгаем. Здесь в ВК3 на самом деле несколько вариантов. Либо мы сразу начинаем плазмить, либо я, например, на прыжок позже вот отсюда начинал плазмить вверх, делал два прыжка здесь и прыгал вперед на ракет, на рокет. А Ну, если по стенам плазмить, что медленнее будет? мне кажется, не знаю, мне кажется медленнее, реально, прыжком здесь наискосок, а плазмить тут по этой стене. Ну тут же скорости больше будет. Ну, блин, я даже не пробовал, не знаю. Ай-яй-яй, вот кто нам на ДПВЦ будет робота искать, вы посмотрите. Ну что, берем рокет. Тут два варианта, на самом деле, в ВК3, либо от пола, либо от этой стены. От этой стены стенка нам позволяет наискосок лететь, от пола, ну, в принципе, то же самое. Я сначала долго прыгал от стены, потом понял то, что от пола может быть быстрее, на там 100 миллисекунд. А здесь же самая проблемная часть. Ну, нет, не самая. Это одна из самых проблемных частей. Вот в этом месте можно спокойно потратить больше секунды, просто потому что тебя криво кинул 2x, 3x. Сейчас я отсюда начну. В идеале что нужно? Нужно ловить 2,5x ракеты и очень прям идеально их ловить, чтобы тебя подкинуло высоко, и ты ракеты потом отстреливаешься от вот этого места так, чтобы сразу залетать туда на гранату. То есть экономится. Если у тебя все идеально получилось, то ты там, блин, сэкономил полсеки или даже больше. Там, ну, почти секунду. Если ты не подлетел как надо, то ты спотыкаешься башкой, бьешься, и все, минус секунда, и все плохо. То есть я после того, как долго думал, как здесь все это оптимизировать, решил медленно проходить. Возможно, зря, может быть, нет. Но я, короче, проходил просто 2x. Рокет сюда. Здесь его ловил. Потом ракеты от передней стенки, от задней стенки на гранату. То есть получалось 2x, рокет, рокет и, то есть, и 2 еще. То есть это медленнее на... Насколько там? Не знаю, полсеки, наверное. Вот так. Но зато я проскакивал вот этот уголок, сразу перелетал его, я падал на гранату. А не с 3x, и не втыкался башкой сюда, и не ходил пешочком. Вот. Ну, ладно. Граната. Здесь, на самом деле, очень большая проблема. Вот это висящая дребедень. Вот очень жалко то, что маппер не сделал триггерами все. Как сделал бы просто триггерами, а их повесил как дизайн, было бы Да, норм. да, да. На самом деле, ну, то есть здесь нужно ловить гранату так, чтобы вот не пролететь мимо этих ракет. То есть их нужно обязательно зацепить, желательно пролететь наискосок Да. и потом еще правильно отстреливаться ими. То есть я сколько не мучился с дорожкой. То есть здесь две дорожки, либо в пол влево, и потом вот этой стенке можно как-то стрелять. Черт, далеко. Ладно, сейчас еще разок попробую. Вот. Пос. Ой. Я, например, делал с двух ракет, и у меня в моей демке быстро нормально, ну, например, получилось. Я делал прилипание к стене. То есть, как мы знаем, нужно просто стрелиться чуть раньше, чем ты касаешься стены ракетой. То есть, сейчас попробую. Почему не получается? Вроде стреляю нормально. Ну вот, потом рокет отсюда, попадаем в эту дырочку, пытаемся кое-как. И ским вот этого уголка. Он на самом деле ским, он и в ВК3, и в CPM использовался. Может быть, можно и без скима там по-другому, если стрелять, но мне кажется, это медленнее. Ракетами прыгаем, прыгаем. Вот здесь вот самая большая была
Не, опять я говорю самая большая. Нет, не самая большая, но одна из самых больших заморочек, потому что пройти вот это место очень быстро, очень сложно. Я изначально делал как? Я стрелял ракетой от этой стены, вот после прыжка где-то вот там вот, блин, там вот я стрелял ракетой сюда, делал лишний прыжок, и потом здесь уже пытался скимить этот уголок. Тут проблема в том, что триггер находится... Да что такое-то? Вот так он. То есть он такой толстый, широкий здесь находится, и нужно умудриться ракетой выстрелить заранее. То есть либо скимить это большой-большой угол, чтобы пролететь, либо... Либо, не знаю, либо сбоку вот так вот лететь. Но это я использовал в ЭКУ-3. Я видел то, что многие просто пешочком поднимались по лесенке или пытались стрейфить. То есть я просто ракетой вот так вот залетал наверх и дальше проходил. Читер. Да. Не знаю почему. Будем смотреть демку, там... Я уверен то, что многие просто здесь, не знаю, ракеты, наверное, стреляли вот здесь вот от этой стены, делали два прыжка, а потом здесь делали, там, не знаю, сейчас... Я здесь протестил. Вот, типа того. В три прыжка. Вот, дальше мы берем рокет, запрыгиваем. Здесь опять же две дорожки. Либо мы делаем прыжок, там, не знаю, прыжок, берем плазму и плазмим наверх. Типа того, и на финиш. Либо мы с нашего рокета можем прыгнуть к этой стене и... Вот таким вот образом долететь до финиша. То есть экономить... Много на финише фейлил? Раз. Ну, выглядит пару раз опасно, было. Обычно, опасно. Да, опасно на самом деле. То есть часто либо высоты не хватало, либо вот этот угол очень часто зацепляется. Да. Он прям вообще такой геморрой. А по поводу тоннеля, не знаю, у тебя какой стоит map overbright? Ну, не знаю, мне светло. А, светло? Да. Окей. Просто по дефолту он 2, тут вообще темно, темнотище. Я тут замучился прыгать, поставил 4 норм. Все светленько такое. Не, у меня 3, наверное. Ну, мне и так темно. Ой, не темно, а нормально. Видно, в принципе. Вот. Ну, в общем, в ЭКУ-3 я дорожку рассказал. В демках мы увидим. Пробую CPM. Так. Да. CPM все быстрее, проще, меньше геморроя. В онлайне я использовал 3 ракеты. Опять меня очень высоко подкинуло. Здесь мы прыгаем, заворачиваем налево. Один из способов, как проходить это место. Либо мы... Ну, то есть, сколько я не пытался... Сейчас, я это в ЭКУ-3 думаю. Вот этот уголок, он не скимится. Ну да, потому что можно... ты выше, на высоте прыжка, потому что ты бежишь. Ну да, то есть либо скимится вот этот вот угол снизу вверх, но ты втыкаешься в этот уголок, либо, я не знаю, он вообще никак не скимится, его по-любому обходить надо. А как нам завернуть и как можно больше сохранить скорость? Либо нам надо очень-очень сильно тормозить, прям вообще нажимать кнопку назад или боком и пытаться это всю скорость погасить. Либо мы просто после приземления ждем там долю секунды, 200, 300, 400 и прыгаем дальше. То есть об землю тормозим. Я тормозил землей. Ну, землей самое эффективное, по идее, должно быть. Вот. Здесь после взятия БФГ, опять же, я прыгал сразу наискосок. А многие, может быть, вниз прыгали, вот отсюда пытались проходить. А кто-то, может быть, прыгал вообще по всей стене проходил. Вот. Ну, вот здесь есть БФГ. Я делал раза 3-4-5, 5 бафагинок и сразу летал сюда. Здесь уже прыжок, потому что можно в полете переключиться на плазму, как бы этого в CPM, здесь задержки нету. И с самого краешка можно плазмить. А в том же физике CPM есть бусты, поэтому есть плазма, видим место, пытаемся здесь бустануть. А, и по идее, если делать без прыжка, то выгоднее, потому что получается сразу после буста мы приземляемся на место, где можно... попрыгать. Дальше я, к сожалению, бусты не пробовал. Может, и надо было, может, попробовать где-нибудь здесь бустануть было, еще где-нибудь. Но, как бы, есть стена, и эта стена позволяет тоже нормально так скорость набирать. Сейчас я попробую. То есть, вот так вот, каким-то образом.
Блин, не знаю, как тут правильно проходить CPM. Как бы я не занял топ-1, но ладно, посмотрим. Опять же, здесь есть несколько способов прохождения вот этой вот подбора. Так, я далеко. И сейчас я далеко. Пробую лететь. Так. Сейчас. Так рекорды и ставятся, ребят. Да. Все как обычно, ничего не меняется. Позвони Эндру через год, он с ноклипом будет бегать. Да, сейчас быстренько долечу. Я даже когда в Москву к ним прилетал, он приехал ко мне на ноклипе, он говорит, ты че? Но я думаю, что у тебя в любом случае... Здесь можно либо делать дополнительный прыжок, чтобы там отстрелиться, либо можно здесь попытаться, как если бы спнуть, и проехаться на плазме, пока ее не отбирают. Ее где-то вот здесь отбирают триггером. И потом берем рокет. Дальше у нас, как обычно, либо здесь рокет, либо здесь рокет, либо пол рокет. ХП. Черт. А у меня рокет есть. Думаю, вот, блин, была бы карта Rocket Run'ом, она бы вообще классная, наверное, да, была? Может быть. Так, сейпос, здесь, как обычно, раз, два, Rocket вниз. В физике CPM, на самом деле, проще 2.5x сделать намного. Не знаю почему, но, как бы, они проще ловятся. А, потому что там проще... к стене приклеиться. Ну, да, к стене прилеплять и как сказать, air-контроль намного лучше, можно спокойно завернуть туда этот в тоннель и не промазать, ну, не зацепить ничего с... Ну, блин, не знаю. В общем, как-то проще получается. Ну да. Раз. Ну, air-контроль в любом случае очень положительно содействует прохождению. Вот, здесь очень геморройное место. Я сколько не пробовал, не придумал нормально проходить. Тут либо мы... Ну, как бы есть рокет, есть стена, можно попробовать бустануть раз, бустануть два, но как бы я не придумал, как это потом использовать, поэтому я как медленный чувак проходил без бустов. То есть я делал рокет... Блин, не получился. Здесь, короче, рокет. Сейчас еще раз попробую. Ну, так же, как в Укутри, короче. Три ракеты, здесь ракета, здесь ским. Рокет от стены, дабл джамп. Вот, кстати, очень хорошее место. В CPM, в принципе, просто получается. По-моему, главное угол правильно подобрать, отстреливаешься и делаешь спокойно ским вот этого уголка. Ским с дабл джампом в лестнице, и потом нормально приземляешься на ту ракету. Вроде все просто выглядит. Ну, выглядит, да. Да. Берем рокет. Так как два, мы с одной ракеты можем запрыгнуть сразу наверх. Кто-то может не может, поэтому использовал два и использовал дальше плазму. Черт, я даже допрыгнуть не могу. Вот. Раз ракет. Здесь мы делаем еще один ракет, заворачиваем CPM и прыгаем на финиш. Изи. Да, вроде изи, но я не очень много карту в физиках. Дай попробую разок пройти. Надеюсь, меня нормально сейчас кинет. О, почти. 3, 4, 5 ракет. Раз, два, 3, 4, 5. Высоко подкинуло, потратил много времени. Пешочком прошел, все плохо. Не получилось. Еще здесь зацепилось. Да, все плохо. Дабл джамп очень плохой получился. На лестнице я очень низко пролетел. И залетел. Ну короче, 51. В общем, какая-то такая карта. Ну, я не знаю, кто сколько играл. Может, кто-то играл просто там один час и все, отправил демку. Может, кто-то просто там с первого прохождения. Может, кто-то всю неделю мучился. Я, например, в Q3 почти всю неделю мучился. Но
получилось сделать вот это место в Окутари и еще пару мест, но до сюда медленно пройдено. Так, ну ладно, давай переходить к демкам. В принципе, карта неплохая. Из минусов могу сказать триггеры и... Ну, блин, я не знаю, что. Ну, пушки, вот эти триггеры. Все, по идее. Еще телепорты. Вот это место, ты хочешь назад сходить, чтобы потренить, например, тут гранату или ракета не можешь, потому что тебя экспортируют сюда же. А, ну, ладно. Ладно, давай переходить к просмотру демок. Демок много, и они, если что, не провалидированы пока еще, и мы прямо вот в режиме онлайн этим займемся. Демок дофига, поэтому мы сейчас будем еще час, наверное, их валидировать. Лунтик. Да, Лунтик. 22.20. Да. А, все буквы 3 демки офлайновые, поэтому, да. В принципе, в рамках ничего не надо. Как-то нам как-то надо обратно синхронизироваться с тобой. Вот он у меня пошел. Мне тоже. Так, ну в принципе, 1300. Хорошо сложили. Он через низ проходил. А-а-а. Не получилось. Непонятно как-то. Ну, Лунтику, видимо, очень тяжело контролировать. Ну, в Q3 эйр-контроль очень сложный, на самом деле. Там неудобно очень поворачивать. Прилипать к стенкам неудобно. Нужно не 72, а намного ниже держать мышку, чтобы тебя хоть что-то поднимало немножко. Какая громкая БФГ. Так, залетел. Поднимается на плазме, которая не получается. Тут не обязательно было вот так вот боком пытаться повернуть. Можно было носом просто уткнуться в стенку. И кнопкой вправо заворачивать. Мне кажется, получше у него получилось. У кнопкой вправо это техничная тема уже. Запрыгнул. Так, 2х. Не получилось. Да, без 2х. Ну все тихонечко, так, не торопясь. Пара косяков, конечно, есть, но в целом выглядит достаточно хорошо. Видно, что человек потратил время на этой карте. Споткнулся на лестнице. Так, спейсинги. А с одной ракеты. И с плазмой. Зачем перестал плазмить? На низко было все равно. А, нет. Оказалось низко. 2.20, да. Неплохо, неплохо. Шерлон. 2.11 плей. Так, ну-ка сейчас посмотрим. Вот у меня сейчас пошел. Делал, точнее, 3 ракеты вперед и... Ну да, 4х получается. Через низ. О, у него бы фуга намного лучше. Нет, если бы он не упал, было бы лучше. Нет, он не упал. Или упал? Упал. Не спойлери. Да я же тут так же смотрю. Ну ты чуть впереди на пару секунд. Я буду раньше запускать чуть-чуть. Сейчас. Да не, я просто подумал то, что он упал, а он не упал. Так вот, да, он там это у него. Неваляшка какая-то с БФГ. Как у него плохо БФГ вообще вышло. Ужас. Еле как забрался. Готовился к плазме и так не проплазмил первый раз. Ой, да ну брось, ну Шарлон, ты серьезно?
Зачем он так проплазмил, там перепрыгнуть же можно. Зачем он? Да. Ракета прилетел. О, да, тоже еще один минус вот таких вот такого расположения. Так что если будете вдруг мапить, обязательно делайте триггер. Да, лучше оружие давать триггером, чем просто вешать оружие где-нибудь. Да. Или как Эндер отмечал, тоже можно просто как дизайн его повесить. Я вообще в какой-то карте его сделал специально рамочку какую-то, вырезал в текстурах, туда ложил, допустим, рокет там со светом, чтобы видно было, что там рокет, и триггер делал. Ну, можно повесить рокет без патрон, а триггером давать рокет с патронами. Да. Ну, вроде бы, тогда будет нормально все. Финиш, 2-11. Да, демочки такие. Так, Скуби, 2-0-6, Днепру, Украин, Лей. Лей. Кстати, Скуби это новичок, он еще более новичковый, чем Лунтик, и перебил Лунтика. Не, ну Лунтик вроде давно играет уже. 4x. О, циркл. И допрыгнул. Не, ну Скуби молодец. Скуби, мы на самом деле, я, может быть, скажу то, что нельзя было говорить, но когда эта карта стартанула, там адепты вудизма, они собрались прямо в десятером и играли в обе физики, эти карты, эту карту. Они типа тренировались, друг Ох другу ты. Помогали. Какое нестандартное прохождение. Если что, это приз за оригинальность будет. Это реально, потому что это надо же заметить. Это кто, думаешь, кто-то заюзал еще? Это не знаю. Ну, просто нужно уметь еще так проходить. И здесь спиной еще. Ну это определенно за оригинальность приз будет. С гранатой, конечно, ладно. Вот у Скуби были большие проблемы с таймингом гранаты. Мы пытались ему объяснить, как ее можно визуально затаймить. Там говорили, что вот считай, сколько раз ударится, вот это все. Вот теперь видишь, все ловит. Отлично. Скуби молодец. С первого раза. Вы мне посоветовали посмотреть наш этот? Я всем говорю, конспектируйте. Записывайте себе в тетрадочку все. Залетел. Последний рокет использовал. И не долетел. Надо заранее просто точку было разметить, откуда прыгать, а не вот так вот на рандоме. Ну да. Ну может у него было, просто он немножко занервничал. С двух ракет залетел. Финиш. Вот, даже вот такими простенькими прохождениями он уже двух. Да. Адепт 2-0-1. Да, плей. Дефрагер. Фрогер, как гордо, адепт. Дефрагер. А кто это? А во, видишь они? Да, я Эллен, видишь, написано. Ты видел, там они на сервере все сидели? Это вот как раз мы играли, я к ним зашел, там было подсказать что-нибудь. Так, Скарин, давай. И залетел. И не получилось. Ну пока, блин, да, надо запомнить. Скуби, если что, приз за оригинальность. Выку 3. А можно ЦПМ ВК-3 отмечать? Что-то я не помню. Наверное, да. Чего можно? И ЦПМ и ВК-3 отмечать за оригинальность. Вдруг ЦПМ что-то кто-то тоже сделает. Такой. Так, ну здесь явно какие-то проблемы у Скайлина. Ну можно же, там можно просто перепрыгнуть. Ну, Скуби был.
Достаточно хорошо, кстати, залетел. Зачем они вперед подходили к ракете? Можно же было там сразу с места. Со стеной, я так понимаю, им таймить было проще, может, как-то визуально проще, что она никуда у тебя не ускачет, что она рядом с тобой. Заскинул так угол сильно. Да. Ой-ой-ой. Ой, еще не с первого раза залетел. И потерялся. Плазма на финиш. Уф. Ну неплохо, неплохо. Скополамин. Скополамин. Не знаю, кто это. Скополамин 2 плюс 2 секунды. Сделал 1.59. Вот сейчас надо здесь обратить внимание, чтобы не было же скриптов. Чего не было? Же скриптов. Ну, вроде нету. Ну-ка сейчас, он с буфыги. Он зажимает атаку. Ну да. Ну ладно, пока чист. Плазма вроде нормально получается, залетел сразу наверх. Ну давай, перепрыгивай. Не допрыгивают они, видимо там большое очень расстояние. Ой, ну это минус приз за оригинальность, все. Скополамин тоже так сделал, ну. Извини, Скуби. Минус приз у тебя. Ну тут же... Ладно, это я, может быть. Не-не, а что, говори, что? Там же просто вроде две ракеты и все. Ну да. Не знаю, как мне так получается, 4 ракеты потратить, чтобы туда кое-как залететь за угол. Ну, кстати, хорошо гранату словил, залетел наверх. Тоже у стены. Видишь, у стены, видимо, им комфортнее. Или, может быть, то, что ракету сразу возьмешь. Ну от пола отстрелись, можно даже без прыжка. Не. Ракета наверх, прыжка вниз, с плазма сразу правильно угол поймал и на финиш последней ракетой. Да, неплохо. Угу. Чуть-чуть получше уже. Чуть-чуть получше. Эсма Байкер из Днепра, Украина. Это друг Скуби, насколько я понимаю, 1.42. Полей. На 15 секунд побыстрее. Угу. Сейчас, наверное, будет получше прохождение. Наверное. Ну, я делал 5х на 1300. Ударился головой, потерял немножко. Зато с ракеты получилось не надо лететь. Проходил через низ по фугу. Ну, давай. А мне кажется, или он... Я не знаю, почему он каждый раз мышкой нажимал, когда по фугу стрелял. То есть он там каждый выстрел по фугу нажимал атаку. Ну, я бы тоже нажимал атаку. Так более точечно. Почему не зажать? Ну, когда зажимаешь, да, меньше контроля. По идее. У него атака загорается на фрейм. Но... Вот сейчас он когда ракетой стрелял. А прыжка-то не было. А, чё? Чего? Он сейчас прыгал. Он сейчас стрелял с ракеты. Он жмет прыжок, когда же стреляет с ракеты. Он когда поднимался, он жал прыжок. Каждый выстрел нажимал прыжок. Ты можешь посмотреть? Если это... Сейчас демка закончится. Я вижу то, что он атаку жмет на один фрейм, буквально выстрел нажимает. Мне кажется, что это все-таки скрипт.
Ну, если это скрипт, то ой-ой-ой. Он, конечно, может и жмет, но... Так, ладно. Давай сейчас посмотрим. Ну-ка, разоблачение космобикера. Ну-ка. Так, я уже открыл свои эти отцовские штуки-дрюки, где я буду банить демку. Так, космобикер. У космобикера две демки. Один... этот спэм, подожди. Космобикера одна демка в кутре. Невалидная, сразу поставим. Так, валидная. 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 Он когда поднимался с 2х там, с гранаты, он каждый выстрел почему-то еще прыжок нажимал. Сейчас посмотрю. Ай-яй-яй, космобикер, космобикер, что ж ты за человек? Ну что там? Ща. Че он такой медленный? Ну. Я не знаю, как замерить, сколько он времени фреймов держит атаку. Но выглядит, как будто у него всегда, по-моему, один или два фрейма. Ну ладно, я передам валидаторам, чтобы они глянули. Поставим пока валидную. Ну да, он, когда ракета отстреливается, он зажимает атаку. Конечно, может быть, случайно, но... Пусть там Маскальта с Димоном посмотрят. Если что, это потом... Я поставлю все валидные, но если что, потом уберем демки невалидные. Ладно, давай дальше. Да, что-то долго. Так, Q3 и Гикс. Q3 Гукс. Q3 Гукс, да. Гух. Минута 40. Плей. На 2 секунды быстрее, чем Космобикер. Или космобикер может сам сделать чистосердечное признание, что да, я вот поюзал ладжа скрипт, забаньте меня. Можем обнаружить мы, я еще Скалину скажу вашему капитану, командой вашей, чтобы он тебя наказал. Так, кстати, хороший БФГ, угол, кстати, какой поставил, да? Прям вот. Чувак шарит, чувак прочувствовал БФГУ. Очень высоко с плазмы поднялся, не он зацепил даже. Он прыжком и перепрыгнул. Да, красавчик. Блин. И это перепрыгнул, а второй тоже. Есть жилка у этого человека, есть. Нормально. Ну тут опять, конечно, проблемы какие-то. Гранат наперед. И словил ведь неплохо. И здесь наперед. Но видно, это, что экономит. Видно, что твоя школа чувствуется. Как бы это выгодно, на самом деле, экономить 2-3 секунды, которые она прыгает, пока ты пешком топаешь.
Ну вот, нормально, эти ямы перепрыгивает. Да вообще чудо, вообще молодец. Молодчик просто, просто молодчик. Еще давай с ракетой на финиш, не? И финиш, 1.40. Да, еще ракета у него, кстати, лишняя оставалась. Так, Вовка Лак, 1.31 на 9 секунд быстрее, плей. Как у тебя ремонт там, кстати? Да, что-то как, пока медленно. Затянулся. Так, 1400 на сначала вылете. Неплохо, перепрыгнул яму с циркла сразу. Без проблем. Правда, бафугу проходил через низ. Но все же стабильненько так прошел. Спокойненько поднялся. Да, и угол хороший. Плазма наискосок. Неплохо. Эх, я побоялся с прыжка прыгать. Там можно было плазможамп сделать и допрыгнуть. Давай. Не, 2х тоже не думал. Ну, не зато нормально вот эту часть саму пролетел с ракеты. Очень хорошо словил гренку. Еле как забрался. Точнее, он. Мне кажется, он не еле как забрался, он именно не хотел. Хотел сразу забраться и идти. Как бы он именно поэтому так стрелял. Не потому, что у него угол неправильный. Отобрали. Он хотел стрелиться еще в стенки. Так смешно выглядел. Как в мультиках, типа, знаешь. Ой, зачем ты две ракеты выстрелил? Ну ладно. Ну в целом все, уже почти нету вообще ошибок. Очень все классно, да. Очень все быстро проходит. Начинаются уже получше демки. Да. Сервус, Раша. Ой. 1.20. На 11 секунд. Очень-очень большие отрывы у нас пошли. Ну, по-моему, при первом выстреле я немножко мышку сдвинул. И вот так высоко откинуло. Не знаю, специально это или случайно получилось. Ух ты, с бафинги как классно залетел. Вау. Плазма тоже неплохо получилось. С плазма джампом. Плазма джамп. А, без него отлетел. Оу. Сервус, ты чё там? Ты чё, слышь? Тебя вес покусил там, что ли, или чё? Ну вот опять же. Хорошо, с группы граната получилось попасть. И с неё тоже пролететь. Дальше споткнулся. Да, рокджамп не получился, к сожалению. В общем, если бы сервис сделал просто 2х, попытался словить и кое-как там забрался там с 10 ракетами наверх, было бы намного быстрее, чем этот гранат. Сервис? Медленно. Сервис. Сервус. Сервис. Вау, со срезой. Оооо, еще задом так. Блин, ну это, я думаю, что через годик-второй он тебя бить будет вообще. Ты видел, как он срезал? Блин, он просто жопой залетел, жесть. Так, Кутрилякс, 1.16, ровно на 4 секунды, плей. Сервис. Я сейчас центр на 7 наисковеркает. 5х высоко опять подлетел. Ну, Кутрилекс вроде сложно коверкать. Лех. По-русски и по-английски, как ни скажи, все будет. Ну да. Лех. Леха. Леха, да. Стоит джампа. Остановился. Можно было в прыжке заплазмить. Ну ладно, не, пусть не торопятся. Я думаю, они знают, что... И здесь побоялся делать 2х. Да, ну новичкам, судя по всему, очень сложно было
делать 2Х такой, особенно в ИКУ-3, потому что там не совсем прямо контролируемый полет получается. Ну да, в ИКУ-3 карта не такая простая. Да, и то, что они как минимум все вот отправили, вот Лекс, там Скайален, Лунтик, все-все-все вот эти ребята, они очень крутые, им все равно отдельно галочка, то, что они эту карту позадрачивали хотя бы немножко, это уже хорошо. 1.16. Почти минута, почти. Декус. 1.13 на 3 секунды быстрее. Плей. Раз, два, три. И стрейфом выбирал. На 1000 покинул. Что-то он у тебя прям... Нифига, у тебя крузится быстро. Я вроде и запускаю уже пораньше. А, ну я просто, видимо, рано нажал. Так, ну дофига хорошая. Почти. Ну, в целом нормально. Я чуть замедлил. Ну вот он. Сейчас будет на ракете. Да, перепрыгнул, в принципе, нормально. Плазмой. О, 2Х. Еее. Ой, хороший какой-то X получился. Вообще молодец. Ну Декус, ладно, Декус не новичок. Мы его тут не будем уж прямо хвалить. Вот с гранатой он плохо вылетел. Воткнулся. Воткнулся еще тут, ай-яй-яй. Что ты делаешь? Или как? Перелетел эту яму. Нервничает, нервничает. О, кстати, неплохой роут. В руке так. И со стрейфа залетел. И 15. Да. Так, Лил. Я не знаю, кто это. Лил. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Сейчас запустим, увидим. Да, 1.10. Плей. На 3 секунды. Наверняка здесь есть нейм. Нет, также плеер нейм Лил. В оффлайн играл 1230. Ты он проходил через боковую стену. Ооо, опасно. Не, я уж подумал, будет скимить уголок. Не, ну это не новичок, прям видно, что он далеко не новичок. Брат, как я, ты посмотри. Кто это? С гранаты неплохо вылетел. Не, почти. Чуть-чуть не получилось. Ай. Раскачал бы его в дырочку. И здесь нормально с цирком начинал. Да. Все рассчитано, все калькулейтед. И не долетел. Эх. А, сейчас бы да, была демка, блин. Офигеть. 10. А мог меньше минуты сделать, кстати. Не. Ну, в смысле, не, он на 59, по-моему, упал, или на 58. Ну, у него был бы, ну, от минуты 0.3, по-моему, у него был. Или 0.2 где-то. Ладно, про кипоп, косячник. Мы с тобой еще поговорим в ЦПМ. Про кипопыч. Чуть-чуть перевел Лила. Полей. Уф. 1.10. О, 1400 вылетел, нифига, еще рокет себе дал. Хорошая БФГ. Зацепил окно. Тоже с циркла прыгал.
Да, я проходил даже без среза. Финиш. Ин-10. Так. Топ-3! Тройка игроков! Кенекс из Тольятти из минуты, к сожалению, не вышел, но сделал очень близко. 1-0-2. Лей. Так, ну-ка вот оцени Кенекса с точки зрения вот именно профессионального игрока. Воткнулся, блин. Блин, так это... Да ладно, он это саб минуту он потерял, получается. Просто вот на этом месте. Нафига. Да нормально, в принципе, получилось. Несмотря на то, что он споткнулся там чуть-чуть. С трех прыжков, в принципе, все хорошо. О, 2x. Эх! Ничего, смог потом это вытащить себя. Да. Очень классно, Рокет прошел. И со срезой. Класс. Очень круто. Очень крутая демка, конечно, косяки есть, но тем не менее, это, ну, карта из непростых. Так что это самое. Так, второе место Гопер. Очень классно видеть Гопера, который отправил нам дебу. Да, вообще давно-давно его, да. Тысячу лет не было видно. Так, плей. На 10 секунд. 10 секунд! Да. Давай, Эдер, не, у него офигенно пройдено, я смотрел уже его демку. Давай, комментируй там, у него... эксперт систем. Видишь, на 1500 вылетел, офигенно подскочил вперед. Да ладно. Очень хорошие фреймы джампы. Видишь, как быстро он еще этим бафуговый там в конце выключился. У него 3x офигенно получился. Ну, 2x. И здесь очень низко после гранаты полетел. Короче, у него в тоннеле плюс 900 от меня. Да ладно. А потом он на лесенке прям все потерял, все, что можно было. А, ну да, он тут встал. Не финиш. Вот, так что можно было сделать 50 с чем-то. Блин, теоретически. Ну, теоретически саб 50, по идее, надо, не? Делай. Саб 50. Я подумаю над твоим предложением. Так, ну и Enter, первое место, заслуженно, задрочил, сделал, все нормально. 51,5 на полсекунды быстрее. Play. Очень много я на самом деле мучил. 3, 4, 1545, и вот прям ровненько залетел куда нужно. Очень высоко подлетел. Здесь я, кстати, около 200 потерял на бафуге. И еще там, не знаю, 300 на гранате, потому что я трех стен делал. Ой-ой, еще под себяшки какие. Уф. Видели, как бот застрофил? Вы видели? Такой тук-тук-тук-тук-тук. Ой, еще еле долетел. Ой-ой. Жесткий ты, жесткий. Да, в общем, в основном за счет тоннелей выиграл, потому что до этого у меня была демка 50 и там 5... Ой, какой 50? 52 и 5, что ли, около того, или 4. Я очень долго мучил ее. Потом понял, как можно срезать в этом тоннеле в конце. И, в общем, получилось это среза. Вот в конце, как я быстро прошел этот ским с лестницей. Там просто нужно умудряться притормозить и рокетом отстрелиться, и так, чтобы заскимить уголок. Он не такой простой. Ну, в общем, получилось. Ну, демка есть.
Да, ну очень, так. Очень классно прошел. Очень классно. Переходим к CPMD-кам. Их много-много-много-много. Да. Да-да-да. Ты там не засыпаешь они, еще? Подожди, нет. Они все офлайн? Или ты их переименовал? Не, я переименовал. А, блин, я-то думаю. Окей. Так, Лундик 2.18. Лэй. Ой, как высоко подлетел. Ну, а почему не зацепил хотя бы? Кнопки. Он, по-моему, даже не пытался кнопками вправо-влево запрачивать. Лунтик, если ты смотришь это видео, запомни, на БФГ нужно 70. Нужно больше, нужно 75 или 78 почти. А так вот тебя откидывает очень сильно. Очень высоко держит. Ну это же плазма, это же стандарты, ну. Даже буст сделал. Да, yeah. Лунтик красава. Он бусты умеет, а плазма у него не получается. Ну как так? Даже второй буст сделал. Куда там пошел? Так. Не получилось. О, нифига, спиралька еще такой не. Ай, мультик. Ох ты. Но он говорил, что не будет особо стараться. Потому что карта. Ну, она реально сложная, и найти в ней что-то прекрасное. Если ты не Enter с гопером, очень тяжело. Типа, ну... я просто для себя прекрасно понимаю, что, допустим, для тебя там в Q3 ее чистенько хорошо пройти, это типа своего рода челлендж такой, типа, ну это интересно, mm-hmm. тебе надо сделать все чисто, какой-то ролл, да, там вот этот скип-лесенок, это очень классно все. А этим людям им просто пройти хотя бы надо, типа, им, они не могут найти в этом что-то, что может заставить их задрачивать. Вот, CPM же... Просто заворачивать ракетой. Не пробовал. Тупо делаешь РЖ. А, зачем? Ну что, лишь эпичный. Да. Ну, я думаю, у нас дальше будут много-много с ракет будут заканчивать. Ну, я надеюсь. Так, 1.43. Перебил Скуби на очень много-много секунд. Лей. 40. На сколько секунд? На 40? Около 40, по-моему. Ну, там сколько? 2.20 было, это... А, ну да. Не так. Ну, короче, по пол... О, не притормозил. Случайно прыжок раньше нажал времени. А может и не случайно, может так и хотел. Не, ну Скуби вообще молодец. Он реально, он играет намного меньше, чем Лунтик. Все рассчитано, все прокалькулировано, чего как где стрелять. Очень классно, опять же завернул. Эх, поздно нажал прыжок, просто ракетами поднимался. Идеально гранату, по-моему, словил. Мне кажется, ли у него выстрел опять в один фрейм получается? Ну, не знаю, опять? Ну, относительно той демки, которую вы смотрели. Хотя, может, и нет. Не знаю. У меня таких данных нету. У тебя там длительность нажатия, да, где-то? В смысле? Нет, длительность не показана, просто у меня... Можно исключить отображение атаки, когда они тыкают. Сейчас подсек сейчас 2.
Инфо. 2. Сейчас. Короче, у тебя есть свободное сейчас инфо около курсора? Да. Поставь сейчас инфо, ну, df сейчас 2 инфо свободный, который у меня двоечка, например, 226. Он, по идее, отображает кнопки нажимающиеся, и там видно, когда так вот люди тыкают, если что. Так. Уф-калак. Да. На 10 секунд быстрее, чем Скуби. Балый. Не знаю, Скуби надо бы посмотреть. Я не уверен, что у него G-скрипт, но все же. Ой, какие тормоза. Воткнулся головой. У меня написано CPM. Где? 226 я вывел, у меня CPM написано. А, блин. Сейчас. Блин, не тот инфо. Сейчас один инфо. 151 надо написать. Ага, да. Я инфо перепутал. Второй с первым. Чё, поменялось что-нибудь? Да. Теперь видно. Просто я говорю, у некоторых эта атака, она горит буквально ну, один фрейм, и это значит то, что, скорее всего, юзан RG-скрипт. Так, ну на Скуби мы пока что и на Космобикера обращаем. Ну его надо посмотреть тоже, я не уверен. Ты сейчас смотришь Бухкалака, да? Да. Где он у тебя сейчас? Финишировал. Я ладно. Я выключил. Ну ладно, давай. Главное то, что ты показал. Ну, нормальная, хорошая демка. Вообще. Так, 1.29 на 4 секунды, как у 3 Лекс обгоняет его. Плей. Ой, как криво последний рокет выстрелил и отлетел. Кнопочкой вперед заворачивает. Со второго раза перепрыгивает. Почти завернул. Со второго раза опять же завернул. И граната наперед. Очень быстро граната у него пройдена. Ой, вторую завалил. Прыгнул не вовремя. Вот я сейчас... Ну ладно. И хорошая среза в конце, кстати. Да, срезал. Да, чё говоришь, чё? Ну-ка. Поделись с вами. Я быстренько замотаю. Им уже нечего терять, они уже час смотрят это, всё уже. Уже просто... Мы можем просто закрывать дефраки. Обсуждать важные вопросы по ДФВЦ. Кстати, ты знаешь, когда будет ДФВЦ?
Нет. А я да. Никто не говорил. Я знаю. Тем живчиком, который до сих пор еще смотрят. Вот Кутрилекса, у меня смутное ощущение, что он использует все-таки тоже. Да. JavaScript. Ну давай я их отмечу просто этим. Я их отмечу валидатором, чтобы они на них обратили внимание. Остальные просто, ну, остальные валидные и все. Да, JavaScript, конечно, детектить не так-то просто. Ну да. Да там, да забей, там разберутся. Давай, демки досмотрим. Просто если есть подозрение, я атаку не буду включать, то у меня слишком много фигни на экране будет. Если есть сомнения, ты мне сигналь, а я их отмечу. Окей, давай следующий. Рейн. Так, Рейн, да. Сколько он сделал, да? 1.25.5 написано. Написано. Прикинь, такой переименовал демку там. Написал там 3.48. А у самого демка за 50 секунд. Не, ну если по демке этим ренеймером пройтись, там все нормально будет. Так, ну хорошо, в принципе. Ну, не очень хорошо вылетел на самом деле, но... Мфга такая средненькая. Ну как он долго залезал наверх. Да, очень странно, что Рейн... О, это что? О, что за лаг? Это он в онлайне играет. Это сервер, наверное, лаганул. Да, это... У нас, к сожалению, так и КГ не выяснил, почему это происходит. Да он выяснил, надо ХК, чтобы он поменял библиотеки вроде. Ну, а ХК что, не хочет никак поменять их? Ну нет, там что-то конфликты какие-то. Так он же эти. О, блин, почти. Опять лагнул. Я думал, проскочит, а не получилось. Да. Красиво было, да? Ой, мимо ракеты. У нас плазма, значит, проходить. Без лога. Опять лаг. И опять лаг, это, да. Это может у него лаги, а не на сервере? Может, да. Не, на сервере таких не бывает вроде, таких часто. Так, космобайкер, второй шанс у тебя, не дай бог, у тебя ЦПМ. Та же фигня, как и в ИКУ-3, тебя точно забаним везде. Так, плюс 7 секунд сделал от Рейна. Лей. Вот он отстрелился, там тоже прыжок нажал, где не нужен. Так, да. И сейчас. Он стрелял этой буфугой, он нажимал прыжок пару раз. Два раза, да. И там прыжок, ну там прыжок, ладно, он просто поспамил его. Это я могу еще поверить, что так бывает. Сейчас он опять нажимает прыжок, когда поднимается. Но я понимаю, да. Что это может быть... Рефлекторный, типа. Да. Ну пусть посмотрят. У космобайкера вроде не было до этого никаких косяков. Ну, выглядит, как будто они одновременно, почти всегда они одновременно нажимают. То есть не получается, что, не знаю, прыжок раньше выстрела или там чуть... Получается, они одновременно загораются, одновременно пропадают. Ну пусть там москаль у нас вроде хорошо детектит RG-скрипты. Ну в целом пройдено хорошо, косяков как таковых нету. Очень все чистенько. Катеруф 1.17. Плей. На секунду быстрее. Катеруф тоже может, кстати. Вау. Нифига себе. Слушай-ка. Что? Вот даже это же быстрее, по идее, будет, не? Ну, может быть, но от меня он сейчас минус 1.5 секунды. Поэтому... Ну, он потому что
Ну, как бы на скорости в 1900 это прям вообще ничего не дает. Ну, не, короче, это приз за оригинальность. Ну, теоретически, да. Теоретически, да, это может что-то дать, но, во-первых, надо тестить, во-вторых, а у тебя не получится все ракеты пустить в одну точку. Ну, когда да. ты сравниваешься, надо, да, смещаешься, у тебя все едет, весь тайминг и, короче, и все остальное. От 5x остается там, не знаю что. Ну это пока, если что, приз за оригинальность прям нормально. Рокет хороший. Прошел вообще хорошо все. Пропрыгал еще классненько. Так, РЖ, звук ракет. Не останавливался, сразу на плазму. Проплазмил. Все хорошо. Красава! Даже, блин, нифига, вот это старт, ничего себе, прям ничего себе. Шаркости. Да. Из США, да, вот этот. Лей, на секунду быстрее. Шаркости, кстати, человек из Рефлекс Рейса, который поигрывает дефраг, это очень приятно. О, блин, извини, который у тебя минус, опять же, минус, это самое. Как оно? Оригинальс. Да, он не один так придумал проходить. Блин, ну Шарк. Блин, смарт. Зачем он прыжок держит? Не надо держать прыжок. А у них у многих такая проблема, я не знаю, как их отучить. Вообще у всех, и у наших, у многих, все жмут прыжок во время климба. Ну, жали, по крайней мере, что-то я пока сегодня вот только у Шарка вижу, но... Надо ему в комментариях написать по-английски, что он типа держит. Да. Неплохой 2x. Прыжок тоже жал, да? Сразу наверх и на финиш. Очень хорошая демка. Очень хорошая демка. Так, плюс 8 секунд, Аллах на травелах. Ой. Это Скалин у нас, по-моему. Да. Зацепился там, к сожалению, головой. Очень много лишних прыжков сделано в стрейте. Можно было траекторию сделать поуже. Назад лишний раз ходил на плазме. С буста прыжок. Как он пытался выруливать направо-налево. Парикс. Залет, рокет. И воткнулся. Не продумал, видимо, заранее, как там будет проходить. Проходили, видимо, рандомно. Зря. Надо заранее продумать, куда ты будешь стрелять ракетами, чтобы нормально пролететь. Да. И поворот, финиш. Так, ну чё, начинаются быстрые демки, да? Угу. Могу поздравить вас, Иван Дмитриевич. 1.07. Ну, шо, окей, да. Быстрые демки. Кошаков 1.07. Буквально на полсекунды перебил. Лей. Перебил Кошаков. Так, сервер Underphone Pro. Не проступает ли у тебя скупая слеза ностальгическая, видя такой сервер? Но видя такой сервер, мне кажется, многие использовали кое-чей конфиг. Ну да, кое-чей, чей им нельзя называть. И ноху, как говорится. Так, хорошо, перепрыгнул. Давай вниз, рокет, 2x. Ух ты, словил, круто.
Да. Я залез наверх. Я и Гренка, например. Угу. Блин, ну все, все, пошли, Гренки, классно, все. Просыпаемся, давай. Ну, у тебя 18 ракет, чего не стреляешь? Боится. Здесь еще зафейлил. Ну, фей. Как сказать? Плохо пройден. И срезка. Конечно. Да. Неплохо было пройдено до тоннеля. Ну да, реально, есть ракеты, есть стены, почему бы не пострелять? Но я понимаю, что у него, скорее всего, проблемы именно с отстрелом, и поэтому надо просто поиграть в ракетранчики, будет увереннее себя чувствовать с ракетами. Сенат плюс 3 секунды, сделал 1.04. Полый. Тысяч 500, нормально пролетел. Притормозил ранее надо было. По мне так выгоднее и лучше. Угу. Ой, почти залетел. Два прыжка, медленно. Высоко залетел, но с прыжков нормально пропрыгал. Ох ты, какие завороты. 2х получился. Граната чуть не зафейлил. Она взяла и вперед ускакала. Вот, тоннель тоже у нее не получился, он нормально пропрыгать. И тут еще попал в телепорт. И на ступеньках споткнулся. Ох. Но зато среза получилась и на финиш нормально запрыгнул. Да, хотя можно было нон-стопом не останавливаться, но все равно. Гимрок, сад, минута первая, демо у нас. Гимрок, красавчик какой. Лей. Плюс 5 секунд. Пять ракет, но очень высоко подлетел. Да, сместил угол там. О, зато забрал назад успел выстрелить. Неплохо. Ой. Чуть не упал в телепорт, но нормально выровнялся. Трейф, трейф, плазма. Трейф, в принципе, все неплохо, технично. 2х медленный, но ничего страшного. Главное, что получился. А, почти. Потерял, небось, секунды 2-3 на этом. Да. И на финиш. Посмотрите. Да, сейчас неплохо. Кипиш, Челябинск. 3-1-1-1-1. Угу, лей. Нифига, да, у них? Это же рандомный какой-то, да, номер? Угу. Я не знаю, как они формируются, откуда. Надо у этого... О, 1600 вылет. Динозавр. Надо у этого носа спрашивать, откуда они формируются. Номера эти. Да. Их, 2.5. Ну... Да, ну, почти, почти. Да. И здесь подполз еще. Тут головой ударился. Бедный динозавр. Даже динозавр негодует. И финиш со срезой. Сад минута. Угу. Молодцы, ребята. Вулканоид плюс секунда, грубо говоря, 1.2. Лей. Кстати, Кутрилекс, спасибо за полтинник, если ты еще смотришь. Присылал у нас Кутрилекс поддержку.
На печеньке. 1500. Он нормально проскочил, но споткнулся. И потерял тут же 1.5 секунды. На бифуге очень неплохо получилось залететь. И плазма тоже классная. Ух ты, даблджамп. Блин, круто, такого не было, по-моему. Думаешь, он планировал? Но он, видимо, заранее прыжок. Ну да, ну там Пытался. Частенько, потому что в таких клипах, когда ты, ну, рампой уходит вниз или там наверх, частенько бывает зацепляешь, поэтому я бы тоже прыжок жал. Наверное. Не знаю. Но если задумывал, классно, молодец. Финиш. Да, хорошо. Плюс 200 сделал 19-я неделя на DF Comps. Палый. Это у нас Lollipopolinus. DF... DF Comps. Он недели считает? Да. Он ники меняет каждую неделю или как? Да. Ну, у него этот логин один, а demo name, вот он, player... Player name он всегда меняет. Эх, 2.5. Не успел немножко. Да, и углы не самые хорошие тоже еще. Но с гранат, в принципе, хорошо подлетел. А к ней не застрял. Хорошо пролетел. Рокет. Он даблджамп даже заскимил уголок. Угу. Финиш. Еее. Красавчик. Варпак. 55.7 на 2 секунды быстрее. Плей. О, в другую стенку. На скорость это... минимум 1200. И очень высоко. Ух ты, даже ракеты успел залезать. БФУ промазал. О, нон-стоп он прыгал. Еще полный джамп делал. Ну и 2х очень неплохо получился. Да. О, еще низко так подлетел. А, споткнулся чуть-чуть. Блин. Жестко. Не допрыгнул. Тоже упал. Вниз. Ну, демка все равно очень классная. Неплохо, варпак, неплохо. Красавчик, варпук, варпукич. Так, Ашанзи. Да, 55.6. Плей. На соточку буквально. Ашанзи тоже вроде как новичок. Но он, в принципе, не спотыкался. Нормально у него получилось пролететь. Очень неплохо попало в это в окошко. Спокойно перепрыгнул все, что нужно. Ракета, ракета. 2х. Все это спокойно, технично, без каких-то ошибок больших. В окошко сейчас попадет. Попал. И заскимил уголок. Вот, наконец-то нормально. Чисто пройдено. Да, вот чисто на этом и выиграл. А, и лесенка споткнулся. И сразу наверх. И на финиш. Да. Вот потому что у него получился тоннельчик. Это там у него и... Да. Спотыкался. Так, пью. 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 Это пью. Это почти как пев, только пью. Пью. А, 54.4 на секунду быстрее. Плей. Пью.
Я пытаюсь вспомнить, это покемон такой, нет? Пью? Пью. Он был что-то подобное. Да не, вроде нет. О, 1500 вылетело. Да, очень плохо получилось. Ты видишь этот сенс? От зерговски, наверное. Это зерг играет, наверное, под фейком. Прямо так, как будто, знаешь, в 3D смотришь, он бежит, все трясется. Он пролетел, нормально. Тоже тогда получился. Споткнулся. Зато дальше вроде получилось. Финиш. Ух. Юх. Ну-ка, а что следующее у нас тут? Хухала. Так, все 3-1. На секунду быстрее, плей. На секунду и 3 где-то. Хухала. Смотри, сервер как же. Сервер. Да, вижу. Он всегда какие-то... 2, 3, 4, 5, 6, 7. И очень классно получилось у него. Вот, я не знаю, как он с плазмы высоты у него хватило, но мне бы не хватило. Ух ты. Очень низко. Да, но словил все-таки. Да, это очень классно. Ой, блин, ракет. Голок заскимлен нормально. А, второй не получилось. Медленно как пройдено. Еле залетел. Угу. Нет, в конце. Хорошо. Миш. Блин, нифига, демка. Вообще молодцы. Угу. Так, ну-ка, следующий, что у нас? Ты хочешь, чтобы я озвучил? Да. Я буду запоминать. Eternally drunk. Так, ладно. Плюс 2 секунды. Да, play. Этернали, я не помню, как переводится. Но дранк это пьяный? Да, ну типа вечно пьяный. Так и Bat in Flame. А, это ты что ли, Bat in Flame? Я думаю, что за вчера чувак на сервер зашел какой-то Bat in Flame? Здорово, мужики, говорит, я думаю, чё? Кто это? Это свои. Так, ну пока очень все круто. Очень все плавно. Ух ты, здесь даже долетел. Так, 2х хороший. Под себяшка. И лесенки заскимил. Нифига не. Вот это. Нифига не. Че там написано? ВС. Только ВС. World Spawn. Так, Шарлон, плюс соточку взял. Well, что-то там, не знаю. Хотя ру, я не знаю. Давай танка смотреть. Давай танка. Play. Шарлон. Так. 1400. 4х. А ты на 1900 прямо вылетал, да, в демке? Да. Надо посмотреть. Но не в этой демке, к сожалению, у меня... Да, у меня в этой медленно пройденной игре в первый день ее записал и отправил. Ой, нифига у него получилось. Неплохой 2х. Гранатой хорошо подлетел. В окне немножко зацепился, но все равно скорости себе сохранил. Лесенки тоже подскимил. И в целом все очень Конечно. Даже ничего, да. 51-1. Лил. Опять лил. Опять разлил.
плюс 600 где-то, да, плюс 500 лей. Кто такой Лил, блин? Кто-то, по-моему, может Хейс какой-нибудь? С какой стороны на сайте не написано? Нет, это где-то стрелка. Что-то мне кажется, что это русский какой-то чувак. Ну это Хейс, наверное, мне кажется, Хейс. Нет, Хейс разве русский? Хейс, да. Не Хейст, а Хейс. Так, хороший 2х. На гранате, конечно, очень как-то долго постоял. Чё ждал? Чего? Это буст. Буст и заскинул буст. Там, кстати, был. И есть ступеньки да. Зафейлил. Что есть. Ну, а дальше вроде запрыгнул кое-как. Без логина еще даже здесь не палится. Кто это? Пус его перебил, кстати говоря, почти на 2 секунды. Пэлэй. Уз, он же Рис. Лил — это одна из российских исковерканных фраз лол. Ну да. Ты загуглил? Нет. А, я просто мало ли ты такой, все, пошел по базам смотреть. Кто такой Лил? Так, бафига, в принципе, хорошо получилось. Плазма углы. Зачем отлично. Мог сразу прыгать? Зачем он там цирку делал? Да, да, да. О, еще такой буст сделал. Нифига он. Так, 2х хороший. Хотя мог и 2,5х. И здесь поткнулся еще около ракеты. Не. А-а-а. Ой-ой-ой, врезался. Ой, нон-стопом сразу делал РЖ. Очень классно. Финиш очень быстрый. Так, мы уже приближаемся к топу. Unknown... Не-не, ну-ка ты почитай. Unknown Witch. Неизвестный... Witch. Ведьма, или как сказать... Ведьма? Нет, ведьма это вид. Да. Кто, который, по-моему. Да. Known... Unknown, два раза, да. Unknowich. А, никто-никтович, короче. Никто, неизвестно-неизвестно-вич. На 5 фреймов перебил пузо у нас. Полей. А кто это? Это типа Иван Иванович, так он написал. Unknownich. Я почему-то сначала подумал то, что это тупо из американских этих, ну, ВИЧ, который, типа, все такое. Ну да. Лишний прыжок. Можно было сразу долететь, если бы стрелялось от передней спинки. Так, туннель неплохо. Там зато здесь получилось допрыгнуть. Лесенки, по лесенке попрыгать, завернуть. Финиш. Неплохо? Неплохо. Неплохо, круто. Да. Никто-никто ведь может, магиот умеет. Так, плюс секунду сделал Зорн из Франции. Плей. Лишний прыжок сделал... БФГ у него первый промахнулся мимо. Угу. Зато буст получился. Да, буст хорош. Прыжок в конце на ракете. Угу. Ну в целом завернули неплохо, да. Так. Хитсу Литва. Да. Лей.
Кто это? Ты не знаешь, кто это? Хицу или Хицу? Мне кажется, это кто-то из старичков, по-моему, не? Не знаю. Google OST сервер. Может, он в Google работает литовским? Если ты из Гугла, чувак, если ты из Гугла, сделай, чтобы Defrag.ru всегда выдавала при поиске первым. Ну, любой запрос. Так, хороший 2x. Хорошо залетел. Да, вообще все классно делает. Ой, ракета получилась. О! Я-то думал тебе за оригинальность дать, Enter. Ай-яй-яй. Не ты один, кто так сделал. Так, ну и очень у нас огромный у нас отрыв. Целых 6 секунд. Тройка игроков. Один из них. Это две демки одного человека, но мы сейчас с этим разберемся. 41-1. Enter. Полы. Третье место, не стыдно тебе? Ну, блин, что поделать. Кикнем тебя из Стима. Так. Я 1600 вылетел. Да, ну вылетел хорошо. Так. Фугу можно было чуть побыстрее, наверное. Да, можно было, но... Блин, так получилось. Буст ничего, нормально. Нормально. Здесь без буста. Хороший двойки по 2 дуэта. Отличные ракеты. Очень низко еще, почти 700 упсов было. Здесь, грубо говоря, минус джамп и... Да, очень-очень круто. Очень круто. Финиша можно было чуть пониже, если бы я стрелял. Да. Стрелее было бы, но... Но все равно, да, тут 600, да. Где взять. Ну, сейчас Enter нам расскажет, где их взять. По чекам сейчас все посмотрит. Так, якобы про кипоп 48. Ой. Ну, это пес, если что, ты комментируй. Но... Как что БФГ? БФГ, да, он быстрее залетел. Здесь буст дополнительный сделал. 2х, в принципе, хорошо словил. Ну, у него из мелких таких кусочков складывается плюс. Тоннель у него только плюс 200, и на... Тоже плюс 200, и из-за концовки он... В общем, по чуть-чуть тут получилось плюс 300 от моего тайма. Да, в общем-то... В основном из-за того, что у него БФГ чуть-чуть быстрее получилось, и буст он делал перед подбором ракеты. Ну, у него там немножко... на 200 упсов еще побольше, чем у тебя скорость была. У тебя 1200, а у него 1400. Ну, я там делал лишний прыжок. Там я реально... Ну, да. Надо скорость чуть побольше развить и буст. Попробовать ракеты подобрать. Вот, ну и 40 и 5, 9, 2. Да. Про кипоп был рык. Плей. Ну сейчас посмотрим, потом я скажу. В принципе, такой же вылет. Такой же заворот. Тоже через левую стенку. Теми же количеством ракет. Буст, такое же прохождение этого ракеты, точно так же он на нее бустом плазмил. Чуть быстрее попал на гранату, поэтому я сразу под себя стрелял. А вот концовка у него чуть-чуть прям, мне кажется, хотя нет, тоже отлично пройдено. Да, неплохо. В общем-то, суть в чем? Давайте сразу перейдем в браузер. Ты можешь пару раз кликнуть на эти на демки? На демки, думаешь? Ну там же видно на них.
инфа. Так, сейчас, да. В общем-то, то, что вы в браузере можете видеть, то, что в топе у нас первое место Овчаркин, второе про Кипоп. Это значит, что про Кипоп отправил демку Овчаркина. Так, сейчас я их открою. Кипоп открыл демку Овчаркина, точнее отправил. Поменял, переименовал ее, точнее сказать. Так, сейчас я дам. Вот, смотрите. Про Кипоп. Якобы про Кипоп, вот название. Тайм сделан Овчаркиным. Ла-ла-ла, это сервер тайм, я так понимаю. Но это не так важно. То есть демо нейм Овчаркина. Плеер нейм. Я про Кипоп, честно. Как бы уже сразу типа понятно. Ну вот и здесь написано, что Овчаркин переименовался, сделал себе свой хост нейм, как у него в демках обычно. Я не знаю, на что они рассчитывали, что типа мы не спалим там или еще что-то. Но цвета них... одни и те же, ну, имею в виду. Color 1, Color 2, который, по-моему, у Rails задается, что ли. Да, ну, в общем-то... Как моделька другая. Ну, моделька это ладно, типа. Угу. В общем-то... Такие вот дела. Открываем. А и здесь причем такой косяк еще, что у них... у Овчаркина демонейм про кипоп типа остался. Причем mm-hmm. написано Белоруссия. А здесь у него написано типа тот же, ну, здесь у него онлайновские пёсов. Он забыл, видимо, свой демонейм еще поменять. Ну, в общем, косяк на косяке. Если вы хотели нас обмануть, у вас ничего не получилось. И все равно видно, абсолютно видно, точно, даже если бы вот этих не было всех признаков, все равно видно, что проходил это один человек, один и тот же роут, тем более, что мы все знаем, как играет прокипоп. Прокипоп так точно бы не сделал. Если бы сделал, то у него где-нибудь на полкарте затряслись бы руки, как Паркинсон. В общем, вывод такой, что мы решили баним обе демки с этого раунда с предупреждением. Если еще раз что-то такое будет, это для всех предупреждений. Если еще раз что-то такое будет, а согласно правилам, пункту 4.2, игроку запрещено играть, используя чужой никнейм аккаунт. А тут очевидно, что у них и договоренность, и вот это все. И если еще раз что-то такое повторится, то мы будем банить уже на месяц, как сказал Носов. Но я думаю, там будем уже смотреть. В общем-то, обе эти демки мы баним. Они считаются невалидными согласно пункту правил 4.2. Ну, в смысле, мне кажется... Если у них даже были еще демки, я не знаю, были ли у них еще демки. Нет, не было. Типа ты думаешь взять другие демки? Не, они прислали. Нет, такую... нет. Или что? Нет, я не думаю, просто говорю то, что не именно две демки баним, а людей. Или как? Чё? Я не понял. Ты только что сказал, что мы баним эти две демки. Да. Но... даже если у них было там еще запасные пару демок, да, то, вот у них, наверное, есть. Ну, мы их тоже баним. Но они нарушили, да, правила. Да, их тоже, короче. Так что, все, короче, я ставлю пока все валидно, кроме вот этих двух у нас ребят в ЦПМ. А, они уже не валидны. А, это я, наверное, сам. Так. Причина нарушения... Правил 4.2. Два брата-акробата, короче, у нас, да? Два сапога пара поймались. Блин, нафига так делать? Ну, интересно. Ну, не то, что неинтересно. Ну, как бы не спортивно, не знаю, как объяснить. Ну да, это фигня какая-то. Не заполнена причина невалидности Денки 25. А, ладно, всех поставить. В общем, да, то, что мы кого отметили, там, Космобайкер, кто-то еще, там, Кутрилекс, да, там, ну, я валидаторам скинул ники, пусть они их подробно глянут, все остальные валидны,
Все большие молодцы. Я бы дал с удовольствием за оригинальность. Кому-нибудь присну, никто ничего оригинального не сделал. В итоге у нас Enter занимает два первых места, Zorn третье и Hitsu, или Hitsu второе. CPM. В итоге у нас получается... Enter уже никто из клана не кикнет. Он занял первое место. Все хорошо. Ну и, в общем-то, все, играйте вторую карту. Обязательно она уже попроще, она идет там около 15 секунд, по-моему. Ты будешь участвовать? Честно, я не помню вообще, что за карта. Что-то... По-моему, она какая-то... Блин, я не знаю, что сказать. Я ее очень-очень давно играл. Я помню, что она очень неприятная. Прям очень неприятная. И не могу сказать, буду я играть. Это она из большого пака PDM-02. Там было много карт разных от разных авторов. И... В общем, ждем ваших демок, наверное. Да, ждем ваших демок. И твою демку тоже ждем. Ну, ты же начал уже участвовать. Хотя бы в ЭКУ-3 продолжай. Может, отошлю. Не знаю, может, просто такие тестовые отошли у меня как-то. Чтобы они минуснулись. Ну, ладно. Ну, ты подумай. Карта вроде нормальная. Ну, все тогда, что ли? Да? Да. Ну. Все, всем удачи тогда. Да, заходите, присылайте демки. Обязательно присылайте демки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментарии пишите. Про кипопу с Овчаркиным можете лично свои негодования высказать. Мы разрешаем. Пусть неповадно будет. Ну, в общем-то, все. Всем большое спасибо. 2 часа, кстати, обзор. И всем спасибо, всем пока. И спасибо Эндрю, то, что вызвался так вот он сам. Ты говорит, я займу 2 первых места. Я хочу обозревать. Я говорю, хорошо. И в итоге занял. Смотри, как все вышло. Подстава. Где-то подстава. Ладно, все, ребят, всем большое спасибо. Всем удачи тогда. Всем пока. Всем пока.